О результатах реализации программы капитального ремонта на пресс-конференции в Уфе рассказал генеральный директор фонда регионального оператора капитального ремонта в Республике Башкортостан. В 2017 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах включает работы по обновлению крыш 499 домов. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения 254 дома. На третьем месте ремонт системы электроснабжения. Ее заменят в 138 многоэтажках. Всего в текущем году планируется отремонтировать 1064 дома. Борис Герасимов отметил также, что качество ремонтных работ повышается. В 2014 году делали, значит, 540 домов, там, после 947, а в прошлом году мы сделали 1200 домов. Планировали 1063, но сделали сам. Это получилось за счет того, что мы планировали с некоторым запасом по средствам. В итоге на эти дополнительные средства мы провели конкурсы, и поэтому у нас получилось, мы в итоге сделали 1200 домов. Значит, если говорить по вопросу качества, конечно, качество несравнимо с тем, что было. Были замечания от жилищного надзора, были замечания от других, так сказать, общественных организаций. То на сегодняшний день все вот эти организации, что жилищный надзор, который, так сказать, занимается проверкой качества, то все отмечают значительное улучшение качества. Естественно, служба заказчика, она должна владеть полностью информацией, полностью заниматься приемкой от подрядной организации, полностью передачей, так сказать, отремонтированного дома собственникам. Борис Герасимов рассказал об изменениях в программе, подчеркнул важность верно составленной дефектной ведомости и напомнил о действии гарантийного срока. Если мы вначале планировали заниматься по зонам, у нас три зоны, северный город Уфа, это самое южное, то сейчас полностью планирование мы перевели сюда, в центральный аппарат. Если до этого изготовление дефектной ведомости по законодательству никто не занимался, то на сегодняшний день, слава Богу, значит, в федеральном законе появился этот вид работ. Мы его включаем в закон Республики Башкортостан и заказываем дефектные ведомости подрядной организации. Значит, вот в Татарстане эту работу выполняет управляющая организация. Но я считаю, управляющая организация на сегодняшний день недостаточно квалифицированных кадров, чтобы заниматься, потому что все, весь ремонт начинается с дефектной ведомости. То есть врач поставил диагноз, и здесь тоже, как, насколько мы правильно произведем дефектовку, и дальше, так сказать, есть процесс ремонта, с этого начинается. Значит, дефектную ведомость составили, дальше заказываем проектно-сметную документацию уже на основании дефектной ведомости. И то есть мы должны стремиться к тому, чтобы у нас практически дефектная ведомость, проектная организация совпадала с фактом ремонта. И тогда, так сказать, будет у нас качество на каждом этапе. А если мы, заходя в дом, не знаем, что делать, и потом по ходу начинаем разбираться и делаем там то одно, то другое, то это самое, то есть идет разные предложения, и в процессе ремонта мы принимаем решение, это не совсем правильно. Программа – это живой организм, и он постоянно должен меняться. Вот. Поэтому на сегодняшний день принято постановление правительства нашей республики, где все оговорено, каким образом должно все это меняться. Там, значит, если 30-летнюю надо изменение, если 3-летнюю краткосрочную надо изменение, и есть отдельно прописан случай, если вдруг появляется необходимость ремонта какого-то отдельного дома, то тоже это все установлено, это принимается, вносится в изменение муниципальную адресную программу, на основании него они направляются нам, мы направляем в министерство и уже проводятся изменения в республиканской программе. То есть мы все прекрасно понимаем, что один дом, который где-то запланирован, он еще может потерпеть. Если один дом уже на сегодняшний день, крыша полностью протекает, понятно, что нужно вносить изменения. Наверное, дефекты есть, поэтому на сегодняшний день установлен гарантийный срок, и мы свои риски страхуем. Если в течение пяти лет какой-то гарантийный случай выявится, то есть некачественный материал и так далее, и так далее. Понятно, эти ремонты будут производиться за счет страховой компании. Страховая компания может нанять того же подрядчика или же другого подрядчика.